Добрый день! Сегодня буду готовить необычный, но обалденно вкусный салат «Сапожок Дед Мороза». Для начала нарежьте небольшую луковицу кубиками. Залейте лук водой и уксусом в соотношении 1 к 1. Возьмите 4 яйца и отделите белки от 2 яиц. Натрите их на мелкой терке и уберите в сторону, они понадобятся для украшения. Остальные яйца натрите на крупной терке. 150 грамм полутвердого сыра также натрите на крупной терке. Примерно 300 грамм копченой курицы нарежьте небольшими кубиками. В глубокой емкости соедините мясо, яйца, сыр, процеженный от маринада лук. Заправьте все майонезом и хорошенько перемешайте. Выложите салат на большое блюдце и сформируйте в виде сапога. Белком сделайте пушок. Зернами граната посыпьте весь сапожок. Из сыра сделайте застежки. Необычно красивый и обалденно вкусный салат готов. Отправьте в холодильник на пару часов, чтобы он полностью пропитался, после чего подавайте к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, впереди вас ждут еще множество интересных и вкусных рецептов. До новых встреч!